Макака, последний раз предупреждаю, лучше пропусти по-хорошему. Не-а, бесполезно. Ну ок, тогда без обид. Прыг-скок. Ага, игруля, она прям на голову лысого свалилась. Эх, была не была. Нормалюк. Продолжай путь тогда. Эц, а дальше-то чего? Игруля, я так долго не продержусь. Всем привет-привет, друзья! Сегодня на канале Игрули ТВ нас ждет 7-е приключение несносного Адама. Представляете, 7-е уже! Ставьте лайк, если смотрели до этого хотя бы одну серию с Лохмачом, и поехали! Приветище, Адам! Ох, ничего себе! Серия только началась, а ты уже 7-ю Еву себе нашел! Ха-ха! Очень смешно! Ты бы это... лучше помог мне смыться по старой схеме. От кого смыться-то? Конечно же, от Евы. Я побегу вперед, а Еве оставим табличку, что я побежал вниз. Игруля, потом все объясню. Действуем. Ну хорошо, тогда ставим табличку. И чтобы Ева точно знала, что она на верном пути, напишем имя Адам на указателе. Готово. Да чё готово-то? Сейчас указатель показывает верное направление. А, точно. А мы его вот так. О, другое дело. Красава, игруля. Я погнал. Ха-ха, птица села на указатель и поменяла направление на верное. Да ё-моё, такой крутецкий план был, и птица все испортила. Приступаем к плану Б. Лестница впереди перемотана веревками. Ща я кабанчиком на другую сторону перебегу, а ты, игруля, развяжи веревки. Ты чего? Хочешь, чтобы Ева вниз свалилась? Да не Ева, а лестница. А Ева осталась с левой стороны. А, ну тогда ладно. Давай, игруля! Во! Ева, тебе туда нельзя! Там страшный динозавр! И он это... сожрет меня там! Поэтому прощай! Хе-хе. Так, дружище, а теперь пора бы тебе объяснить, что происходит. Ты что? Не помнишь, как Ева в конце прошлой серии за мной за скалкой побежала? Вот и гналась до сих пор! Так, 6-я Ева рыжая же была. То была краска для волос. Пока бежала, краска осыпалась. Хе-хе. Хорошо. А зачем ты ей про динозавра сказал, что сожрет тебя? Это, чтобы она дальше за мной не погналась. Вот теперь все понятно. Давай-ка тогда отрубим шип на бревне и вперед к новым приключениям. Снова эта бесячая макака! Эй, а ну отдай ключ! А может ключ не нужен? Не, все-таки нужен. Может предложим мартышке обмен? Эй, обезьянка, хочешь цветок? Нет? Ладно. А кустик? Опа-на, игруля, за кустом банан! Вот за него-то мы точно ключ получим! Эй, макака, меняемся! Чё, оглохла что ли? Эй, у нас банан. Во, так бы сразу. Ну, ты и суровый, дружище. Ой, да ладно тебе, игруля. Ну, подумаешь там. Отпустил щелбан бананом. Главное, что сработало. Открываем дверь и го дальше. Итак, нам на другую сторону. Не нам, а тебе, потому что там шипы, и я туда не пойду. Бу-бу-бу, не боись, они же под водой. Просто аккуратненько проплывешь над ними, и все. Уговорил, только как добраться-то до них? А вон по центру какой-то вентиль. Ну-кась. О, теперь понятно, как проходить. Сначала на берег, и давай, игруля, переключай вентиль обратно. А может, просто перепрыгнешь шипы? Да сейчас же! Я тебе что, олимпийский чемпион по прыжкам?
давай воду, не борзей. Ладно, держи. Во, так бы сразу. А теперь обратно. Зачем? Потому что идти по земле легче, чем плыть. Логично, уговорил. О, а я знаю, что тут делать. Давай разгоняйся и прыгай на столб по центру, а потом на правую сторону перевалишься. Отличный план, игруля. Ну, раз ты придумал, ты и делай. Хе-хе. Эй, да что опять не так? Да все не так. А вдруг я не допрыгну? Или вдруг столб вкопан прочно, и я просто зависну на этом дереве? Ладно, ладно. Чтобы ты допрыгнул, давай поставим пенек. А чтобы на другую сторону можно было безопасно перебраться, просто сделаем перекладину. Поставим вторую рогатульку, и между двух рогаток кладем палку. Ну, что теперь скажешь? Вот теперь это похоже на правду. Я погнал. Эй, лысый, я тебя вижу. Чего прячешься? Эй, а ну выходи. Да хорош там сидеть за кустами. А может, он не от тебя прячется, а паука боится? Ха, вот же ж трусиха. Подумаешь, там паучок. Ну, тогда прогоняй его. Нам как раз нужна лиана, на которой он сидит. Ага, да сейчас же. Сам прогоняй. Все с тобой ясно. Ладно, давай тогда паука просто выманим. Используем для наживки бабочку. Только бабочка тоже не полетит без наживки. Это да. Но у нас справа есть отличный сочный цветок. Эй, бабочка, держи вкусняшку. Во! Эй, паучара, твоя очередь. Ага, сработало, крутяк. Супер, проходим дальше, друзья. Го наверх. Слушай, Адам, а ты зачем наверх пополз? Ну так впереди пропасть была. Я бы ее по деревьям по-бырому прошел. Но тут на пути снова макака образовалась. Эй, макака, кыш. О, она снова все повторяет за тобой. А вот это она зря. Потому что стоит на трухлявой ветке. Макака, последний раз предупреждаю. Лучше пропусти по-хорошему. Не-а, бесполезно. Ну ок, тогда без обид. Прыг-скок. Ага, игруля, она прям на голову лысого свалилась. Ох, чую, у них там разборка будет сейчас. И пока нам не перепало, давай смываться. Сползай по правой лиане. Да я бы с радостью, но она шипастая. Ну, это не проблема. Сейчас мы щепкой срежем шипы, и все. Вот это другое дело. Ох, игруля, а дальше-то куда? В смысле куда? Спрыгивай. Чё? Да тут высота как три меня. А, ну да, точно. Это мне с ребятами на экране кажется немного. Вот тот-то же. Ладно, тогда давай попробуем разрушить каменную гору. Может, на камень будет ближе спрыгивать? Эть? Не, это не работает. Может, давай просто граблями разрыхлим землю и будет мягко? Не-не-не, слишком мало места для приземления. Давай лучше зерно посадим. Может, оно быстро растущее? О, давай проверим. Надо бы только полить, но это мы запросто. Эть? Не достает водичка. Но вон справа труба лежит. Давай воду пустим по трубе куда нужно. Отличная идея, лохмач. Ставим трубу, друзья, и поливаем наш огород. Ага, игруля, это оно, быстро растущее дерево, крутота. А здесь у нас приличная такая пропасть, еще и с шипами. Но у нас тут ножичек есть, давай пальму срежем, и она закроет пропасть. Но шипы-то останутся. Тогда давай шипы срежем. Тогда пальма упадет в пропасть, и ты не выберешься. Да ё-моё! Я предлагаю воспользоваться норками крота. Их тут как раз две штуки. В одну спрыгнешь, и с другой выберешься.
Только эти норки закрыты крышкой. Ну и что? У нас груша есть. Сейчас мы ей выманим крота. Только норок две, а груша одна. И вот тут-то нам и пригодится ножик. Эть, и две груши стало. Ну так чего же мы ждем тогда? Давай выманивать крота. Эй, крот, держи вкусняшку. Есть. А справа еще одна грушка, крот. Отлично! Мой план сработал! Твой план? Ну, конечно, мой! Это же я заметил ножичек! А без него бы мы не прошли! Вот наглец! Снова колья! Чё-то путь к седьмой Еве какой-то колючий! В воде колья! В яме колья! И вот опять! Но с этими вроде все просто. Смотри, тут есть доска и кусок бревна. По ним ты сможешь пройти. Раз и два. Вперед, Адам. А, они прочно стоят. Кто? Колья? Думаю, да. Да вот как раз колья меня мало интересуют. Я про доску и пенек. Ну, запрыгивай и узнаешь. Эх, была не была. Нормалек. Продолжай путь тогда. Эц, а дальше-то чего? Игруля, я так долго не продержусь. Да тише ты, не кипишуй. Переставляем доску вперед, друзья, и Адам может проходить дальше. Фуф. Ну а теперь давай на пенек, и шипы пройдены. Эй, ты, белобрысый, а ну-ка помоги мне закатить вот эту бочку наверх. Рыжий? Ты это мне? Да-да, тебе. Отойди с кнопки, и круг зацепится. А потом снова жми на кнопку. Так может, ты сам сделаешь? Еще чего? Я тебе сказал сделать. Вот и делай. Вот это наглость, друзья. Вы посмотрите на него. Ага, вообще обнаглел рыжая борода. Эй, шевелитесь, иначе я вас не пропущу. Водила? Ну ладно, Адам, давай поможем. Куда деваться? Сначала немножко назад, а теперь цепляем. Ну и жми кнопку. Вот так-то лучше. А теперь точно так же оставшиеся четыре. Слышь, рыжий, у меня другое предложение. Давай сыграем в боулинг. Ты будешь кеглей. Чё ты сказал? Чё слышал? Лови свою бочку обратно. Вай. Ага, игруля. Видал, как я его проучил? Молодчина, Адам. Ибо этот рыжий был ну слишком дерзкий. Та-да! Ну, пусть теперь бочки подерзит! Ха-ха! Так-так-так, судя по всему, наш дальнейший путь лежит через пещеру. Но в пещере двойная охрана, и мышь летучая, и паук! Это да, надо с кем-нибудь из них подружиться. Как думаешь, кто сможет кого прогнать? Мышь-паука или паук-мышь? Я думаю, что мышь матерее, так как она может летать. Тогда давай дружиться с мышью. Может, лист ей дадим? Да ну, у нас тут есть грушка. Предлагаю угостить ей нашего нового друга. Отлично! Ну все, мышара, давай прогоняй паучару! Да, конечно. Ты что, не в курсе, что летучие мыши только по ночам летают? Придется подождать, пока чуть стемнеет. Ну ок. Тем более, чё-то я притомился. Я пока киморну часок-другой. Да, не вопрос. Только это... Чё-то тут жарковато. Игруля, подуй немного листиком. Поддай холодненького воздуха. Вот наглый. Ну ладно, мне не сложно. О, отличная работа, игруля. И на этом, друзья, мы и закончим на сегодня. Пусть Адам отсыпается, и со свежими силами мы продолжим приключения. До встречи на канале Игрули ТВ, ребята. Всем пока!